Глава 9. Бальзам и Бинс. Аптаун, 6 мая 1951 года. Как обычно, нас будет. Черт бы их побрал. Не по-людски это. Так, ладно. Где телефон? Вот он. Алло? Да, Вито. У нас тут проблемы. Бери ствол и бегом ко мне в бар. И приезжай на приличной тачке. Ясно? Ладно, сейчас буду. Хороший был бы выходной. А, это еще выходной у меня был. Черт побери. Бери ствол и приезжай на хорошей тачке. Зашибись, значит, какие-то будут серьезные разборки. Так, костюмочки не хочу. Школьная форма точно не хочу. Бабочка. Блин. Смокинг. Ну ладно, посмотрим, что это. В принципе, блин, мне нравится. Да, мне вообще нравится. Без очков, без шляп. Все просто замечательно. Пистолет при нас, да? Нам нигде его не надо подбирать. Тачку мы выберем и так. Ладно. Раз предупреждаю. Открывай дверь, мать твою! Кто это тут? Откройте, полиция! Полиция? А что случилось? Слушай, привет, парни. Знаю, что происходит? Там? Парень, тебя это не касается. Пошел вот. Ладно, короче. Блин, я и так страх потерял, блин, с ментами разговаривать. Их в них там, не знаю, в принципе, я от них отстрелился уже не один раз. А тут с ними на поговорить не стоит. Тачку надо взять, хорошую тачку надо взять. Ух. Так, ну я так понял, надо какую-то бронированную, что ли, тачку взять. Ух ты, это вообще... Ой, класс. Так, ну это немножко поломано. Ох. Такси даже у меня есть. Беру я вот эту, короче, взять машину и вперед. Она, в принципе, довольно такая резкая. Так, теперь бы знать... Ага, все, я понял. Так, значит, что нам показывает карта? Нам вот сюда. Но почему-то я не вижу проложенной дороги. На самой карте. Что-то изменилось, черт побери, или нет? Может, обновление какое-то скачалось, непонятно. Ну ладно. Так, ну, а сейчас? Вон, сейчас показал, отлично. Довольно, ну, близко, в принципе, да. Бар находится... Так, более-менее так припарковался, в принципе. Пойдет. Доброе утро. Привет, Вито. Хочу тебя кое-кому представить. Вито, это Карло Фальконе. Очень приятно, мистер Фальконе. Вито.
Итак, Вита, что ты думаешь об Альберто Клементе и Луке Гурино? Ну, если честно, мистер Фальконе, мне кажется, эти сукины дети хотели нагреть меня на 5000, а потом оставили за решеткой. Хорошо, потому что эти двое собираются против нас выступить. А потому надо что-то предпринять, пока они не ударили первыми. Эдди введет тебя в курс дела. Не сомневаюсь, ты не подведешь. Спасибо, мистер Фальконе. Было приятно, Вита. Так что за хрень творится? Вчера пропала машина с тремя нашими. По городу ходит слух, что в этом замешан Лука. Кто пропал? Харви Бинс и двое ребят, которые его охраняли. Тони Бальзам и Фрэнки. Да. Бинс – бухгалтер Карло. Если он заговорит, нам конец. Что я должен делать? Дождись его у входа в бар у Фредди и проследи за ним, выясни, его ли это работа. И потом? Если вдруг он хоть как-то в этом замешан, прибей ублюдка. А если ребята все еще живы, попробуй их освободить. Надеюсь, ты найдешь их до того, как они запоют о наших делах. Куда он пойдет? Понятия не имею. Так что готовься ко всему. Найди себе хорошую машину и оружие. Ладно, без проблем. Хорошо, заедешь сюда, как закончишь. И запомни, Вито, никому ни слова. Ясно. Банда занималась темными делами. А оружие? Дайте мне оружие. Или опять только с кольтом, мать его. Кстати, а где Джо? Это разве не Джо ко мне звонил? Мне показалось, что Джо. На самом деле это этот позвонил. Ну ладно. Джонни при делах, как-то странно. Как-то я без своего братушки. Так, ладно. Мне в другую сторону, да? Да. Отправляемся. Под старый добрый рок-н-ролл. Пам-пам. Туда-ты пам-пам-пам. Это машина Луки. Где тебя носит, Лука? Крутая тачка у этого Луки. Вот ты где. Ублюдок. О, отлично. Блин, надо не подходить. А то Лука меня еще заметит. Блин, надо было какую-то тачку нормальную взять. Правду. Блин. Сори, мужик, блин. Некогда объяснять, просто извини. Давай, разворачивайся. Я его теряю. Да я понял, вижу, что надо поднажать, он уходит. Нельзя его потерять. Газку прибавим. Я его теряю. Блин, успокойся. Ушел. Я его не найду. Так, ну то, блин. Заново, блин, ну как его? Ладно, в принципе, это было сначала для меня неожиданность, поэтому начнем заново, ладно. Так вот, обидно то, что с самого начала приходится ехать отсюда, прям, ладно. Хрен с ним. Поедем. А что это у меня, блин, открыт этот вот был? А хрен с ним.
Блин, такое ощущение, что этот... Именно, блин, эти годы какие-то сказочные эти. Американские годы. Сказка как будто. Американская мечта, блядь. Точно. Все так красиво, солнечно. Душевненько. Музыка соответствующая. Это машина Луки. Где тебя носит, Лука? Вот ты где. О, отлично. Лучше не подходить, а то Лука меня еще заметит. И что? Лучше, блин, не отпускать его из виду, вот что. А у него тачка покруче. В принципе, наверное, если он меня заметит, он просто на гашетку нажмет, и я его точно не догоню. Воу! Спокойно, держи себя в руках. Делай не как в прошлый раз. А, у меня ограничитель включен. Черт побери, я думаю, что тут. Может, это и к лучшему было. Пускай будет включен пока что. Я такой буду знать, что я его не перегоню. Ой-ой-ой, менты. Да что же они тут стали, ублюдки? В принципе, он же тоже не должен превышать скорость, правильно? Блин, он уходит. Я его теряю. Так не пойдет. Куда же ты собрался, Лука? Риверсайд. Ой, хорош, догоняю его. Так я уже перестал чувствовать скорость, черт побери. И близко нельзя подъезжать. Заметит, ублюдок. Прям как Джеймс Бонд. За ним слежу. А он на свалку, кстати, поехал. Может, на свалку Бруски? 100%. Нет, Майк с таким не связывается. Нет? Ну ладно. Но куда же в таком случае? Куда ведет эта дорога, я уже забыл. В принципе, а я еще не ездил сюда. Какой-то заводской район. Бойня Клименте, конечно. Похоже, Эдди был прав. Так, туда надо пробраться незаметно. Блять, незаметно пробраться на бойню. Ну вы, блин, прикалываетесь. Ладно. Сейчас попробуем. Мне кажется, по канализации будет самое оно. Там кто-то стоит с той стороны. Канализация. Через нее. Ну понятно, там больше некуда было идти, на самом деле. Я могу ее поддеть. На самом деле там больше некуда было идти. Фу, блин, как я не понимаю. Вонище, и потом идти по этому болоту, я просто охренею. В туфлях. Фу, блин. Замечательно, блин, работать на мафию. В таких ситуациях иногда можно оказаться. Черт, теперь еще и собака. Да насрать на собаку, блин, что она мне сделает? Спустится сюда, что ли, в говнище это? Блин, как в этом вот. В Outlast'е, блин. По этим катакомбам гадским. Воу! Фу, блин, кто-то слил на меня. Я просто в шоке. Обосранный, это же... Лука просто за стейком заехал. Я кого-нибудь убью. Блин, обосранный будет. Даже как это сразу настроение, блин, минус 100. Уж дальше них. И в принципе, если туда буду пробираться, я же буду вонять, как это вот. Меня там засекут моментально. Ладно, полезли. Хотя псы, ну, может, наоборот, блин, на говно не будут обращать внимания. Да, туфли блестят прям. Отлично.
Так, что там дальше делать, я не понял. Господи, ты заткнись ты! Что такое? Кто? Да нет там никого, видишь? Заткнись, пока мы тебя в котлету не измолвали. Тварь вшивая. Черт, вот они. Блин, это наши люди. Все, недоумок паршивый, ты попался. Это наши люди, мать его. Так, и что делать-то дальше? И если вас заметят, так и все, и больше ничего не пишут, что делать. Ну, пока что смотреть, наверное, как их заводят. Там Томми Ган у пацана в руках. Хреново дело. Мне пора. Мне пора, блин. Проберитесь незаметно на бойню. Знать бы еще как. По трубе, может... Ну, в принципе, возможно, возможно. Видимо, да, я правильно мыслю. Бля. Так, и что дальше? Стоит тут куча ублюдков. И что делать дальше-то, а? Никто знает, что он тут делает. Конечно, босс знает. Я это имел в виду, дурак. Надеюсь, босс знает. Выяснит, где их держит. Так, ну вроде эти ублюдки на меня не смотрят, да? Эти ублюдки не смотрят. Во, блядь. Мясо несут. Так, вот я, в принципе, могу зайти туда, откуда этот ублюдок вышел. Да, по-другому не получится. Блин, там пытают наших пацанов. Блин, у меня оружия нету. Хотя есть. Отлично. Вот суки позорные. Блять, с той стороны кто-то. А потом ты чем займешься? Ну, не знаю, я тут подумывал, может, озвучкой заняться. Блять, как в фильмах ужасов. Тут такая свиней режут, а не людей. Так, ладно. Проберемся. Стелс экшен настоящий, мать его. Ну, в принципе, это прикольно, что не только перестрелки, тупые гонки, но и немножко стелса есть. Это прибавляет, блин, интереса намного больше. Так, вот этот не увидит меня, отвернется, нет. Сначала я как-то не хочу начинать это все ублюдство. Хорошо, пробежал. Что значит смена кончилась? У тебя что, уши заросли? Говорю, шабаш на сегодня. Но я еще не доколотил. Блин. Не заставляй меня повторять. Смена кончилась. Марш отсюда. Меня видят, короче. Если я выхожу отсюда. Пошли. Так, ну хорошо, что да, у них смена закончилась, черт побери, вовремя. Неправдоподобно, вовремя у них закончилась смена. Так, давайте по-быстрому тогда сюда проберемся. В эту дверь. Надо найти своих пацанов, их, короче, освободить пацанов, черт побери. Так, что там дальше? Стоят какие-то ублюдки там, и что с ними делать? Стрелять, что ли, у них? Ну, пока что в них стрелять нельзя, мне сначала надо убедиться, где точно мы их держат, пацанов. После этого можно начинать шмалять. Откуда вы деньги берете? Фальконе считает, что у него все на мази. Но он так просто не отделается. Ну же, как вы ее пропустите? Я ничего не знаю. Я простой бухгалтер. Не выделывайся мне тут, козел. Хочешь повторить судьбу своего дружка, а? Давай, посмотри на него. Думаешь, ты круче?
Когда мы с тобой закончим, мы пустим тебя на фарш в одной из этих машин. Вопрос только в том, убью я тебя перед этим или нет. Откуда эта чертова вонь? Фу! Эй, там кто-то есть! Эй, ты еще кто такой? О, господи боже, капитан Сортир спешит на помощь. Заткнись нахрен, Лука. Эй, я тебя знаю. Это ты тогда все ошивался с Барбарой. Я думал, ты все еще гниешь за решеткой. И какого хрена, спрашивается, ты приперся? Меня послал Фальконе. Ему не нравится, когда всякие глисты пускают его ребят на фарш. Так ты теперь под Фальконе ходишь, да? Вот что я тебе скажу. Если бы ты знал, что на самом деле происходит, ты бы назад в камеру удрал. Но теперь уж какая разница? Воу! Блин, надо было стрелять. Какого хрена? Блин, этот дебилизм всегда, блин, усложняет все. Теперь драться придется. Как в тюряге, блин. Хуярить его. Давай его, блядь, мочи, ублюдка. Все, начинается. Только я не помню, блин, блок. Я не помню блок. А, все, пробел, хорошо. А, пропустил, блядь. Я с тобой не поменяюсь, паскуда. На, блядь. На, сучонок. Ах ты ж, блин, переиграл. А он хорошо держится, да? Улица будет грязная. Мне надо угадать. На. Хорош. Хорош. Нельзя ошибаться. Давай, Сэмми, не нежничай. Хорош, давай, добивай. Хорош, еще. Давай еще. Хорош. Давай, Сэмми, не. Не. Я в тюряге был, я не таких кабанов, как ты мочил. Не. А он хорошо держится, да? Дельце будет грязное. Давай, добивай уже, все отлично. Блин, вот невозможно так, чтобы было все гладкое. Но я же его замочил, ну какого черта? Ублюдок, ну ты ответишь за это. Сейчас я тебя, блин, замочу, козла. И вас всех сейчас перестреляю, ублюдков. Мальчики, блядь, сейчас я вам, блядь, из вас девочек сделаю, суки позорные. Ух ты ж, блин, хитрый ублюдок. Это свои, да? С ними связался, паскуда. Пусти меня вниз, а? Спасибо, Вита, за нами должок. Тебя Эдди прислал? А, он заметил, что на перекличке народу не хватает. Черт. Бедный Фрэнки. Фрэнки, блин. Я убью этого сука. А этот похож на... Винс, с первой части. Не светись, пока на бухгалтера, мать его. Ладно, ладно. Вы меня только не забудьте тут. Договорились? Так, хорошо. Найдите Луку. Тут какие-то ублюдки, я вижу. Ой-ой-ой-ой. Бля, не успел я спрятаться. Ну как так? Связался, паскуда. Да чёрт, я ему прямо в жопу стрельнул, козлине. Так, ладно. За нами должен. Сейчас сюда прислал? Прибегут, а, я понял. Он заметил, что на перекличке народу не хватает. Чёрт. Сюда сейчас прибегут, короче, спрячусь.
Бинс, и не светись, пока мы за тобой не вернемся. Так, откуда они будут бежать? Я вот я уже забыл, с этой двери. Вроде бы да, да, вот отсюда. Суки, давайте, позорные. Блин, на себе, блин. Вот это он, блин, прибежал. Плохо, малыш. Плохо. Так, хорош. Пошли искать листу. Так, 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 дайте мне оружие нормальное. Вот у этого был Томми Ган. Где он? Хорош. Листа сейчас штаны обмочит. Ну и какого хрена, где... Да, мертвы. Угадай, кто следующий. Сюда едет много парней, у которых много пушек. Ну давай ломай, короче. Вот они. Ой-ой-ой. Так, кто-то тут еще есть, один вот бежит. Где он? Я тебе мозги проверю. Блять, ну как так, блин, через тушку меня прострелил. Сейчас сначала начинать. О, блин, начинается. Блин, сейчас опять этот кот-ролик. Ну нахрена это все надо сейчас начинать? Опять ему в жопу стрельну. Так, этот будет бежать первый, а, короче, он сюда. Заметил, на перекличке народу не хватает. Черт. Бедные Фрэнки. Я убью этого сукина сына. Да я тоже не против их всех Бинс, поубивать. И не светись, пока мы за тобой не вернемся. Ладно, ладно. Вы меня только не забудьте тут. Договорились? Сейчас побегут. Твою мать! Блин, перезаряжаюсь. Плохо, малыш, неплохо. Скотина, бля, чуть не убил меня. Да, ХП у меня, блядь, конечно, дохренище, как всегда. Как всегда, мать его. Сейчас штаны обмочит. Ой, хороший кольт. Так, а где эта хрень? Где Томпсон? Вот он тут где-то должен быть. Или я не прав? Вот он, вот он. Ну и где патроны к нему? Короче, ни хрена не понятно. Ладно, сначала с автоматиком побегаем. Не могу сохраниться, вот херня авто вся. Угадай, кто следующий. Сюда едет много парней, у которых много пушек. Черт, опоздали. Вот они. Отлично стреляешь, Вита. Так, мешает мне только. Живучий ублюдок этот оказался.
еще один. Где этот, блин, вот тут меня убил ублюдок. О, сейчас я его подстрелю. Ладно, неплохо. Схватите пошли луку. Найдем этого урода. Ну да, пока он еще кому не позвонил. Открывай. Давай этого лука, ублюдка. Сюда, блин. К ногтю, блядь. А чё, а если я выбью, не? Так, схватите лук. Ну и как? Чёрт. Так я ее открыть не смогу. Ну а как мы ее откроем? Да, тут нужно что-то тяжелое, как таран. Знаю. Смотри, тележка. Ах ты. Я бы расстрелял его, к черту. Мне приказали его что, живым, что ли? Черт. Думает, он самый умный. Думаешь, ты самый умный, а? Ну давай, попробуй. Ой, хорош. Выходи ко мне. Нет, о боже. Сейчас. Не трогай меня, ублюдок, чертов. Не трогай меня. Хорош. Блин, сейчас опять еще какие-то ублюдки приедут, мне надо стреляться. Я чуток поиграю с лукой, а потом пущу на фарш. Ты со мной? Спасибо за предложение. Но я лучше. Крови не будет, да? Нет, не люблю луку. Как знаешь, но ты много пропускаешь. Начну с пригодного для скота, которым он тут вопил. Да. Эдди, правда, хотел, чтобы я его лично убрал. Не забивай голову. Все будет в лучшем виде, просто чуть дольше. Быстро эта тварь у меня не сдохнет. Обеими руками за. Ладно, я пошел. От меня несет за квартал, хочу уже помыться. Передай Эдди, пусть за луку не волнуется. Эй, Бинс, открывай дверь, все кончилось. Ты? Ты живой? Ну да. А ты как думал? Может, перед тем, как домой ехать, развлечемся со спящей красавицей? Знаешь, а это неплохая идея. Что-то мне подсказывает, что луку, блин, он не убьет луку, блин, что-то случится на самом деле. А, зато я за его тачку сяду, отлично. Покатаюсь на нормальной тачуре.
О, прям перед ментом, блин. Зарисовался. Так, ну приезжаю, конечно, к своему работодателю, но на самом деле дело-то не сделано. Я освободить освободил, конечно, помог своим братушкам, но, блин, этого Луку не убил. Луку не убил, я не знаю, что теперь сказать. И я все-таки считаю, что Лука так и останется в живых. Уж так просто, я думаю, Луку не замочить. Мне кажется, он будет самым главным злодеем в этой части игры. Так, ну что, давай, заходи. Начинает. О боже, о боже, о боже, Господи Иисусе, это ты? Вито, о, святая Мадонна, какого черта ты не помылся перед тем, как сюда переться? Ты мне сам сказал, как закончу, сразу к тебе. Он еще и потрогал меня. Что там с Лукой? Готов. Ладно, а наши как? Ты их нашел? Да, Лука держал их на бойне. Фрэнки мертв, но бальзам и Бинс в порядке. Лука их допрашивал, когда я добрался. Свидетели есть? Никого, только дюжина телохранителей Луки. Нас вот и все свидетели. Шаг назад, ладно. Было жестко, Эдди. Да уж, похоже, не сладко тебе пришлось. Но ты же выбрался живым, верно? Теперь иди и помойся, пока ты всем аппетит не испортил. И тряпки эти уделанные сожги. О боже. Сожги. Ух ты, 5 штук. Блин, вот это, конечно, прикольно. Ладно, ради этого... Ради этого можно было бы и поунижаться. И, блин, и в дерьме покопаться. 5 штук. Ну, окей. Так, и что теперь? Что? Почему-то у меня на карте... Так, это что такое? Переодеться можно тут. И... А, это, видимо, обычный этот вот. Обычный... магазин, блин, с костюмами. Блин, я так не понимаю, вот смысл переодеваться, когда надо еще и помыться, блин. Дерьме-то меня макнули. Ой-ой-ой, ментов. Съехали, тащу идиота в участок. Блин, ладно. Какой участок? Иди сюда, дам тебе, блин, 50 баксов и вали нахрен, эй. Козлы, они даже, блин, доехать до меня не могут. Ну чё ты, блин, пистолетом своим? Описание. Рост 6 футов, среднее сложение. Я же взятку дал, какого? О, бля. Нельзя взятку давать, значит. И, конечно же, блин, не от Луки. Ой, тьфу ты, не от этого. Начинаем, блин, опять начинаем с этого. Вот, не знаю, вот именно... Тупая система этих сейвов немножко иногда раздражает. Уже бы после катсценки сделали бы сейв, но это было бы справедливо, блин. Нет, мне надо опять ехать туда, блин, хрен знает куда. Отчитаться и потом уже... Я вообще не понимаю, как так получилось, что взятка, блин, не сработала. Дал взятку ублюдку, он меня арестовал еще и за эту взятку. Сучара. Просто, блин, говнарь какой-то, блин. Кстати, ну, блядь, ну хорошо, арестовали меня-то. И все, что ли, конец игры, блядь. Это я ехал, блин, переодеться, называется. Арестовали, дал выкуп там, или, не знаю, заплатил штраф. Пошел переоделся, или даже там в ментовке бы меня переодели, помыли. Какого хрена уже, блин, загружаться? Это ж, в принципе, не... Не посреди перестрелки там какой-то меня задержали. Задержали меня, блин, ехал на машину. Или за то, что, блин, от меня воняло так, взятку не хотел взять мент. Вообще странный ублюдок, блин. Уже бы взял деньги, блин, и пошел бы в жопу. Деньги не пахнут. Козлины. За него, блин, мне надо опять через полгорода ехать. О. ДТП, да, я понял. Хоть тачку не жалко, блин. Могу где-то, блин, поцарапать. Куда-то въехать, ментура галимая. Полицейские идиоты какие-то чуть в меня не въехали.
Виноватым все равно бы я остался, на самом деле. Кстати, ментовка говна тут. Я не знаю, в первой части столько не было. Прям за... Я, блин, каждый поворот поворачиваю, сразу какой-то мент светится. Сучары, блин, жизни не дают. Сколько же вас там, блин, понарожали. Интересно, если я сейчас переоденусь, чтобы не ехать далеко, блин. Вот. Тупо выйду, переоденусь, все. Этим предусмотрено такое, интересно, или нет? Вы не говорите, что я сейчас переоденусь и в такой же костюм говняный. Ну и где костюмы? Блин, тут еще... Ага. Костюм плащ, давай, короче. Фу, отлично. Сколько бабла? Минус 82 бакса. Охренеть. Ну, в принципе, недорого на самом деле. Если сейчас посчитать по ценам, которые сейчас у нас, да это вообще дешевка. 82 бакса, целый костюм. Чистые брюки, рубашка. Так, что там опять ограничитель надо включать, да? Мне кажется, ролик не предусмотрен тем, что я переоденусь. Мне кажется, они все равно будут шугаться от моего запаха. Блин, ну с этими винтами надо поаккуратнее, уже задрали. Тупо арестовали, и закончилась моя, блин, миссия. Здесь в третьей части сделают уже, блин, возможность сохраняться. Ну что тупо, блин, во всех нормальных играх можно сохраняться в любой момент прогресса игры. А тут, блин, приходится по несколько раз туда-сюда ездить, если сделать какую-то маленькую ошибку. Так, тут другая какая-то сценка, кстати. Привет, Вито. Вот это. Да. Эдди. Неплохой костюмчик. Спасибо. Ну так и в чем дело? По какому поводу парад? Вито, мистер Фальконе сегодня примет нас в семью. Тебя и меня. Нас берут. Сегодня? Да ладно. Да. Правда? Почему ты раньше не сказал? Что нам надо делать? Все узнаешь. Но сначала с тобой кое-кто хочет поговорить. Лео, рад тебя видеть. Как сам? Привет, малыш. Я хочу поговорить с тобой о том, что случится сегодня. Давай, садись. Ладно, конечно. И спасибо еще раз за все, что сделал, чтобы я вышел пораньше. А теперь я выполню второе свое обещание. Второе? Да. Я же сказал, что в следующий раз, когда начнется прием, я тебя порекомендую. Ну вот сделано. Так ты имеешь к этому отношение? Ты же работаешь на Винчи. Да. Я, конечно, был бы рад видеть тебя в нашей семье. Но раз уж Джо твой лучший друг, вы выросли вместе, как мы с Фрэнком. И поскольку Джо давно работал на Карла, я посоветовал, чтобы они взяли и тебя тоже, вместе с ним. Спасибо, Лео. Не знаю, что сказать. Не надо ничего говорить. Ни мне, ни кому-то еще. В этом весь смысл, Вито. Да. А теперь иди. Не будем заставлять их ждать. Ладно. Увидимся наверху. И что это было? Да ничего, просто поболтали о старых временах. Типа как старина Лео уронил мыло. Пошел ты. Ладно, ладно, все, хватит, пошли. Вы прямо как школьники, честное слово. Ну вот, подождем. Вот что, ребята, пойдете по одному. Когда войдете, просто делайте, что говорят, ясно? Джо, заходи. Эй. Удачи. Кстати, я неплохо оделся для такого случая. Хотя вот я не знаю, мне 5000 засчитают или не засчитают. Твоя очередь, Вито. За выполнение. Джентльмены, это Вито Скалетто. Вито, знай, что наша семья – тайная семья. Ты вступаешь в общество избранных. Для остального мира его просто нет. Отныне наша семья будет значить для тебя больше, чем родня. Бог или Родина.
Если я скажу тебе убить твоего брата, ты сделаешь это. Покажи мне, какой палец нажмет на спуск. Ой, как все серьезно прям. Повторяй за мной, Вита. Если я предам тайну нашей жизни... Если я предам тайну нашей жизни... Да сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. Да сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. Амико Ностро. Джентльмены, вот наш новый друг, Вито Скалетто. Прямо обряд какой-то. Глупый, конечно, обряд. Я очень рад, что эти двое достойных людей теперь с нами. И я рад присутствию наших уважаемых гостей. Особенно Дону Фрэнку Винчи. Вы, наверное, удивитесь, что я снова пошел на риск, проведя почти 7 лет за решеткой. Понимаете, там, где я вырос, уважали только тех, у кого хватало духу взять то, что им хочется. Плату за работу будете получать от Тедди. Скажешь что-нибудь, Фрэнк? Никогда, джентльмены, не связывайтесь с наркотиками. Никогда. Это правило. Они приносят много денег, но я это слишком долго выполнял чужую грязную работу. И был готов рискнуть чем угодно, чтобы, наконец, стать кем-то. Some cash, so let the good times roll. Let the good times.